Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. Источник в Минобороны России прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии. Из-за низкой эффективности своих зенитных ракетных комплексов «Патриот» группировка ПВО США у Саудовской Аравии не смогла отразить удар по нефтяным объектам. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России. По информации РИА Новости, источник в российском Минобороны сообщил, что северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок американских ЗРК «Патриот». При этом он подчеркнул, что в Персидском заливе находятся еще три американских эсминца, которые также обладают системами противоракетной обороны. Возникает вопрос, как такая мощная группировка могла допустить атаки ракет и беспилотников на важнейшие саудовские объекты, задается вопросом источник российского Минобороны. В связи с вышеизложенным источник РИА Новости приходит к выводу, что разрекламированные американские системы просто не способны к отражению массированного воздушного нападения в реальной боевой обстановке. Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя произошедшее, сказал, что все такие системы дают сбой и работают с переменным успехом. Напомним, в ночь на 14 сентября два крупных нефтеперерабатывающих объекта Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах». Несмотря на это, Вашингтон и Эр-Рияд объявили в подготовке и реализации атаки Иран. В Тегеране эти обвинения отвергли. На этом пока все. Еще больше информации и новостей на сайте военное дело.com.